Ну, рассказывай. Вот Пупин, «Сотворение мира». По-моему, я Айвазовский слышалась. Знаменитая картина. Выставка, да? У нас здесь. А ты на Дали уже ходила? Сальвадора Дали ты ходил уже, нет? На Сальвадора Дали? Пока нет. Но я им интересовался как-то достаточно долго. Там еще картины же были. Леса. Рамки, конечно, чудесные. Там рамки две картины было. Очень хорошо. Что, меня снимаешь? Записываешь видео? Экскурсия, да. А-а-а. Ты же у нас... Я пришел на выставку. На выставку? Вот, пожалуйста. Экскурсия. Выставку особенных людей. Мастер-класс, да, как рисовать море. Это значит художники Серафима. А у них Калинина. Есть? Серафима Калинина. Калинина. Да. Красота. А? Сейчас. Обращу внимание. Так, вот работа. Вот мне особенно понравилась. Да. Моя любимая работа здесь вообще. Вот это копия кого? Знаешь, кого это копия? Я недавно прочитала книгу о жизни да Винчи. Очень была удивлена. Многим вещам. Я даже не ждала, что я позировала. Я позировала и одновременно. Так а какие-то все-таки рисунки-то нету? Что они там с тебя рисуют? Есть с собой? С собой и с мёрзлыми. В кармане. О. Тут такая застаренная еще под... А вот этот стиль мне очень нравится. Я прям не знаю, чья работа и так далее. Вот прям, понимаешь, как старину вообще. Ну и море с Крымом. Вот это вот очень здорово. А, Модильяни. Модильяни, да. Вот я его обожаю. А кто Модильяни копирует? Незнакомый?